Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, значит, мы с тобой находимся в Лиге Мастеров. Две звезды, ранг у нас 52. У меня с откатами, ребята, просто проблема. Нам надо сегодня в любом случае пробить, ну, так сказать, до Лиги Мастеров 3 звезды, потому что сегодня уже наступил понедельник. И я, наверное, ребята, буду отсутствовать во время буста, потому что, ну, на моих часах 7 утра, и я еще не спал, и вряд ли я смогу досидеть до того времени, поэтому, скорее всего, вырублюсь. Но поэтому я и начал записывать видос, хотя бы, чтобы закончить эту неделю с 3 звездами, чтобы получить нам с тобой камни. Бог с ним, с этим бустом. Буст можно и вечером снять, но в Лигу Мастеров 3 звезды мы должны с тобой сдать. Как ни крути. Это прям святая обязанность какая-то. И вот то, что откатов у меня мало, это, конечно, это вообще проблема. На самом деле, большая. Есть, конечно, баксы. Можно, в принципе, ребят, закупить. Ну-ка, сколько у нас. Так, давай глянем. 1700. Вот. Столько, ребята, времени копишь, а потом бац, и просто за один мах, ребята, все это сбрасываешь, скидываешь. Так, ладно, возьму Армагона. Так, Донни, и, наверное, вот, интересно, Макман не подкачает? Как вот ты думаешь? Потому что тут уже серьезно, ребята, 79-78 уровни, как бы любая оплошность, если Макман по инициативе не вытянет, не сделать свой торнадо, то тогда торнадо сделают мне. И это торнадо будет. Слушай, хорошо, он успел. Он сделал, он красавчик, он молодец. Он вытащил эту катку. Просто я как бы, ну, у меня уже, знаешь, у меня уже недоверие ко всем бойцам, к моим. Ну, за исключением, конечно же, Армагона, например, и этих кроликов. В их инициативе я, ну, так же, как Рафаэль, но Рафаэля я не беру, потому что вы знаете смысл брать Рафаэля. У него не такая мощная атака, какая мне нужна. А риски должны быть оправданы. Потому что если мы с тобой, ну, просто сфейлимся, при этом потратив откаты и персонажей, то мы с тобой... Ты заметил, кстати, что мы сейчас очень мало берем почему-то кубков на продвижение? Мы медленно поднимаемся с тобой. Я вот сейчас заметил, мы уже третий бой, а мы практически с тобой на месте топчемся. Вот сейчас посмотрим, сколько дадут. Что-то как-то вообще по мизеру. Неужели это из-за того, что сегодня понедельник и все уже сидят в своих нишах? 9 ступенек дали. Ну, а до этого мне казалось, что, по-моему, там давали меньше. Там даже 6, по-моему, или 5 даже. Блин, команды такие пошли. Я манал, ты посмотри. 77, а 79 это все, это, ребят, предел. Это потолок. Это потолок. То есть выше 79 уровня у противника и быть не может. Да и не хотелось бы, чтобы там еще было выше что-то. Ладно, Маузер плюс Крэнк. Давай, кролики, вжаривайте. И потом я надеюсь на Крэнга. Давай просто ракетами бомбанем. Прекрасно. Да, ребят, спасибо за подсказку, что... Я же совсем забыл, что мы с тобой прокачивали Леонардо Видение, а я переключился на мутагеноида. Блин, как-то лопухнуться можно было, я не знаю. Ну, я еще раз говорю, ребят, память девичья, что поделаешь. Действительно, мы же Леонардо прокачивали, а я переключился на мутагеноида. Бывает такое. Ладно, давай возьмем с тобой Маузеров. Наверное, возьму здесь Зека и Донателло. Вот, втроем они пускай будут. Вот так вот сделаем и посмотрим. Да, по идее, должны мы здесь затащить катку. Зек будет ходить первым, 100%. Бросает свою бомбочку. Довольно неплохо он бросает. А Маузеры, скорее всего, сейчас рассыпят всю эту вражескую команду одним ударом. Да. А все почему? Правильно, потому что у них очень мало остается здоровья. Ну как мало? Там где-то 25% мы отняли у них.
ХП общего. Ну, Маузеру этого достаточно, чтобы просто добить и разнести их в кашу. А продвигаемся мы действительно медленно. У нас только 13-я позиция. А боев еще нужно сделать ой как много. Потому что, я тебе еще раз повторяю, нам надо... Блин, Ванька. Ванька, Ванечка, Ванек, не грусти, сядь на пенек. Ладно, я попробую. Я попробую сделать красиво. Леонардо, конечно, тут не вписывается вообще в эту команду, потому что, не дай бог, что не так. Полетит он к чертовой бабушке на куличке у нас. И, по-моему, что-то пошло не так. Бамс. Смертельная волна. И добиваем. Ты посмотри, а, какой жук. Я, конечно, подозревал, что Микеланджело, ну, в принципе, это и понятно, что майки всегда шустрые, быстрые, но здесь... Это еще хорошо, ребята, что он сделал такую вот атаку. А если бы он сделал бы прицельную, например, одиночный выстрел, и именно в Леонардо, вот тогда бы он его ушатал. Вот тогда бы он его ушатал, не было бы тут ничегошеньки для того, чтобы мы его спасли. Он просто упал бы, рухнул и все. А рассыпная вот эта вот массовая атака, она не очень сильная. Да, она делает дебаф на понижение атаки, но она не такая сильная, как одиночная. Именно прицельная. Так что можно сказать, что нам повезло. Ну что, Маузер, давайте вот вам, как говорится, белочка-сестричка, или как ее, лисичка-сестричка сделала, как говорится, презент. Оставила их с небольшим количеством хп, и тебе просто надо было их добить. Надо окно открыть, что-то опять... Жара какая-то, духота, не пойму. Сегодня весь день жарище было. Потом весь вечер, всю ночь лил дождь. Короче, погода непонятная, непредсказуемая. Так, ну давай я возьму вот этих, наверное, аглоедов. Возьму Армагона здесь и Маузеров. Раз, два, три. Ну я даже не знаю. Ну мы, конечно, сможем с тобой отыграть всех, потому что откаты мы куплены, но... Потратим мы их немеренное количество. Это факт. Это неизбежный факт. Ладно, давай бомбанем. Бонзаюшки. Ну и... Да давай тройным укусом просто добьем его. Прикинь, сейчас хоп-хоп-хоп и промахнулся. И он в ответку на нашу Эйприл. Или на морозилку. Нет, Эйприл бы он, наверное, сразу бы ушатал бы. А мне кажется, так было бы. Ну вот смотри, вот дают по 9 позиций. Переходим с тобой. Вообще, мне как-то так... Меня это не устраивает, если честно. От слова совсем. Давай попробуем через Рафаэля Армагона. Взял сюда Донателло Видение. Кстати, Донателло Видение же должен у нас прокачиваться по уровню, насколько я помню. И он у меня всего лишь 84 уровня. Что-то как-то слабоват парень. Слабо качается, если честно. Надо его немножко... Немножечко как-то поусиленнее, что ли, начать подкачивать. Так опять же, от чего зависит, ребята? Естественно, все зависит от количества мутагена. Чем больше мутагена у тебя будет, тем проще будет его и быстрее прокачать. А вот смотри, пиццелицы плюс Армагон. Майки, естественно, этот будет ходить первым. Блин, открыл окно, теперь холодно. Закроешь, блин, жарко, да что ж такое-то? Я заказал себе маленький этот, знаешь, вентилятор. У меня есть здоровый, но он слишком шумный. А я заказал себе такой маленький, миниатюрный. Типа как прищепки. Вот. Буду его ставить и посмотрим, как оно пойдет. Не будет ли оно мешать голосу и в микрофон? А то обычно вентиляторы, когда они крутятся, сам понимаешь, да, создается эффект такой ветра. Но там маленький, я думаю, там минимальный эффект ветра. Главное, чтобы просто охлаждало. Именно вот в жару, ребят. Потому что я, честно говоря, жару переношу очень плохо. Вот прям серьезно, очень хреново переношу жару. Прям меня вот это вот... Весь, как, знаешь, как собака, с тебя все льется, невозможно. А встанешь под какой-нибудь вентилятор или еще под что-нибудь, да? Или под кондишн. Опа-на. А как это я так позабыл? Встанешь под какой-нибудь кондишн или этот,
то сразу же, ребята, начинает холодно быть. То холодно, то жарко, обычно я так говорю. Нам не угодишь. А потом пойдут комары, и нельзя открыть окно, и все это полетит тебе, и ночью спать не... О-а-а! Ужасы какие-то еще ждут впереди. Комары, мошки, гнус. Знаешь, что такое гнус? Кто-нибудь из вас знает, кто такой гнус? Нет? Это такие маленькие... Вот если кто знает, кто такая мошка, то гнус, он где-то в раза... Даже не знаю, в раз 10, наверное, меньше этого, этой мошки. Но он кусает, зараза, наверное, в два раза сильнее. Потому что мошка, она что? Она разгрызает кожу и просто пьет кровь, которая стекает с тебя. А гнус, как комар, кровопийца чертов, блин, присасывается. Он еще маленький, его не видно, блин. Он малюсенький вообще. Такая, ты смотришь на себя, черненькая точка стоит. Ну как он больно кусается, а, зараза. И они просто роем, ребята, роем летают. Зачем я это сейчас вспомнил, а? Вот скажи мне. Мне все время, как я начинаю во что-нибудь, в черепашки особенно, когда начинаю играть, у меня сразу какие-то эти на какой-то разговор, знаешь, что, да как, почему. Вот сейчас вот, например, дали всего лишь, ребята, 6 ступенек пролететь, прикинь. Вот они зажимают, я тебе говорил уже об этом, что не, они не дают полную, как тебе сказать... ну, по идее, мы даже с тобой, ну, 9-10 ступенек пролетать стабильно. 6, я уже считаю, что это зажали. Просто зажали в наглую. Просто отняли наш хлеб, за который мы с тобой, извини меня, деремся. За который мы, извини меня, тратим доллары, заработанные в игре кровью и потом, и временем. А они дают всего лишь пролететь тебе 6 ступенек. Здоровски, что смогу сказать. И то же самое на бусте происходит. Когда мы с тобой начинаем бустить в понедельник, то же самое, ребят, начинает зажимать. Вот смотри, была 40-я, стала 26-я. Вот тут вот, ну как вот, как ты пролетел 14 ступенек, если 10-ка тут максималка. И эта игра, ребят, она... Она непредсказуема. Она просто непредсказуема. У нее, если выводить какой-то определенный баланс, нет его, друзья мои. Баланса в игре нету. Есть определенные какие-то формальности, да, которые мы уже знаем, где, что и как. Но вот именно, чтобы ты был на 100% в чем-либо уверен, что тот-то сделает так-то, как тебе это надо, забудь об этом. Просто забудь. Просто забудь и наслаждайся, как тебя будут насиловать, скажем так. Игра, я имею в виду. И знаешь, что я еще хочу, ребят? Я вот не знаю, у меня все больше и больше я хочу поиграть, знаешь, во что? Я знаю, что я очень такой, как бы тебе сказать, эмоциональный, да? Когда я где-то начинаю проигрывать или в какой-то игре мне начинают надирать задницу, я очень сильно психую. И порой очень даже сильно. Это Shadow Fight вспомнит это. Но меня вот, не знаю, бзик, насмотрелся я в этот... В шорте сижу и бывает там какие-то ролики смотришь, да? Вот Elden Ring. Ты представляешь меня и Elden Ring? Ты вот это вот можешь сопоставить две вещи? Ты видел, что происходит на Brawl Stars? А теперь представь, что будет происходить в Elden Ring. Я лично боюсь даже этого. Но мне почему-то хочется. Может быть, даже не то, чтобы снимать это на видос, а хотя бы для себя просто попробовать. Может быть, начать, конечно, с первой части. Нет, не с первой части, я имею в виду с этого. Как она называется-то? Ай, скажи, я скажу. Как она называется-то, господи? Dark Souls, ё-моё, из головы вылетело. Вот, Dark Souls 3, с третьей части, если начать. Потому что первая я посмотрел, какая-то корявая. Вторая, ну, у меня графически, честно говоря, даже если брать ремастерит, что-то как-то она, ну, не понравилась мне. А вот третья часть, она более-менее, да, она такая уже хорошая, нормальная. Ну, Elden Ring там вообще уже там красотища. Ну что, ребята, вот так вот мы с вами за, хотел сказать, чашечкой горячего чая дошли до топчика. Мы с вами дошли до топчика. Ну что же, теперь наше дело дождаться 2 часов дня. Ну, вам дождаться я-то, конечно, не дождусь.
Я буду спать и видеть сладкие сны. Я буду как в этом... Как она называется, эта игра, в которую я сейчас играю? Остров лунного камня. Я буду бродить и искать, где же этот чертов лунный камень. Кстати, ребята, у меня уже про запас снято серии 5-6. И ребята, которые мне пишут там комментарии по поводу там... Ну, многие подсказки дают. Если вы их не видите в сериях там 5, 6, 7, 8, получается так, что я записываю сразу по несколько серий. То есть я, например, в день могу записать 2 серии. А когда выкладываю, ну, игру, запись, ну, записанную, получается так, что уже прошло, например, сутки там или двое. Вы только видите, вы мне начинаете там подсказки какие-то, ну, определенные давать. А я уже это в следующих сериях, как говорится, ну, уже это у меня пройдено, как бы так скажем. Но, тем не менее, есть даже очень были полезные подсказки, которые действительно помогли мне. Даже сегодня я играл, например, что у монумента можно помолиться, и тебе будут там давать всякие плюшки. Также, что мотыги все-таки надо выкапывать, а не лопаты. А вот по поводу песка пока, ребят, к сожалению, так и не допетрил, где его брать. Возможно, где-то будет выкапываться, но на пляже, как кто-то мне посоветовал, он не добывается. Но это так, небольшое отступление было. Так, пойдем теперь мы с тобой бомбить этот, как его. Так, ну, во-первых, Донателло прокачивается до 85 уровня, что уже хорошо. Значит, мутагеноиды мы, получается, оставляем в покое, да, и начинаем дальше прокачивать нашего Леонардо видения. Еще бы, блин, найти его. Я опять, как всегда, пропустил. 100% тебе говорю, что я его прозевал, пролистал. Так, ну и где же ты? Да ладно, не может быть. Так, здесь его нету, здесь нет. Ну, тогда у меня мутагеноид, получается, в приоритете должен быть. А где у нас Леонардо-то? Вот он. Ё-моё, у него 56 уровень всего лишь. Так, ну что у нас тут? 10 ящиков с инструментами нужно найти ему. Так, один ящик мы надыбали. Вот уже и второй. Ну, по идее, они должны сыпаться просто. Третий. С ними никогда проблем, в принципе, нету. Четвертый. Пятый. Шестой. Ну. Шестой. Седьмой. Восьмой. Так, девятый и последний ящик. Десятый. Все, ребят, 10 ящиков мы ему нашли. Прокачиваем, да? Прокачиваем, ребят, до второй ступени именно опасную тыкву. И здесь... О, один знак всего нужно найти. Один. Автомобильный этот номер. Опа. И... Да, хватает. И сразу же третья ступень. Слушай, ну четко. Третья ступень. Ну вот тут уже, да, тут уже дофига надо. 225, да, 75 осколков, ребята, 300, ровно 300 осколков у нас будет. Ровно 300 осколков, нам надо будет еще потом чуть-чуть покряхтеть, так скажем, для того, чтобы, подожди, что я делаю? Для того, чтобы получить 400 и уже, как говорится, завершить, ну не завершить, а прокачать очередного бойца в платиновый ранг. Мы уже где-то с конца следующей недели будем, ребят, наверное, голосовать. За кого? Ну, кого будем прокачивать, я имею в виду. В платиновый ранг. Ну, я думаю, что, наверное, вам всем уже, скорее всего, очевиден. Я лично, ребята, как бы я лично, я хотел бы мутагеноида прокачать. Либо Леонардо видение. Или Лео у нас уже прокачано, что-то я как-то не обратил внимания. Если он уже прокачан, то, конечно, лучше этого. Так, а это у нас засыха выходит сейчас. Да-да, ребят, тот самый в желтом матрасе спрятавшийся робот. Хорошо. Давай я ему лучом прожарю, думаю, у нас достаточно ему будет до хрустящей курочки. Но он, конечно, не погибнет. Но и ракету ему.
Вот это, кстати, одиночная атака у Бакстера Стокмана, именно ракетой. Очень-очень, ребят, неплохая. Так-с. Снаряжение, техника у нас есть. Ну и, конечно же, по традиции начинаем, друзья мои. Опа! Ты видел? Ты видел? Это, кстати, очень редко. Да это практически стопроцентная бинго, ребята. Что мы с тобой вот так вот пумс, и эксперт снаряжение вытянули. Это классно. А вот этого я не понимаю, Маузера, зачем вы так сделали? Ну, зачем вы сейчас вот это сделали? Ну, это же, ну, тупо было, блин. Нецелесообразно двух чуваков валить, извините меня. И этот еще туда же. Крент, ну, ты, ну, издевается просто. Игра уже начинает просто издеваться. Они потратили все суперудары, молодцы. А босса мы что будем сейчас? По губе лопатой бить или что, я не пойму. Здесь он уже покрепче. Так, Бакстер выпускает Маузера. Донни ставит защиту, странно. На тебе замедление. Колесо, тоже, кстати, очень хороший удар. Колесо вот это вот, тоже, ребята, одиночная атака, но она очень-очень мощная. Так, ну что же, давай пробовать теперь здесь вытянуть. Да нет, вот сюда. Автомобильный номер. Так, $5. Жетоны. Осколки. Опять жетоны, ребят, ну что? Снаряжение, техника, да? Все. Сыр кончился, да, ребят, сыр кончился, к сожалению. Но, тем не менее, один эксперт снаряжения мы получили. Я считаю, что уже хорошо, что зашли и повоевали. У нас пиццы, ну пиццы тут мизер. Можно, конечно, попытаться что-нибудь еще найти на Леонардо. А, Леонардо у нас уже в платиновом ранге, да, ребят. Значит, мутагеноид, в принципе, неплохо было бы прокачать. Так, ну давай потратим с тобой оставшуюся, как говорится, пиццу. Нож, один нашли нож. Второй, ну нормально, два ножа. Все, все, ребятушки. Так, давайте тогда закругляться. Сегодня уже вечером увидимся и будем, ребята, ну, не бустить, но, как говорится, проходить. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.